Народу просто осточертело находиться, я извиняюсь, в дерьме постоянно. Правительство делало какие-то глупости постоянные. При этом вело себя крайне высокомерно. Совершенно обезумевшие люди. Не хочу оставаться в истории России как такой плохой царь, а хочу как хороший. Это очень важно, кстати. Ну, я считаю, что мы достойны жить все-таки в цветущей России, а не в бандитской стране.